Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей из мира шоу-бизнеса. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала отмены концертов рок-группы Би-2. Концерты были отменены в Казани, Уфе и Пензе. Недавно стало известно, что не состоится показ спектакля «Письма и песни» с участием Би-2 и квартета И в Санкт-Петербурге. Группу конкретно шантажируют во всех городах. Либо вы выступаете под буквой Z в сценических декорациях, либо никаких выступлений не будет, заявила Собчак. По ее информации, лидеры Би-2 Лева и Шура Би-2 на компромисс с властями не идут. Следующее выступление Би-2 должно состояться в Астрахани 20 мая. По мнению Собчак, этот концерт также, скорее всего, будет отменен. Скандал вокруг группы Би-2 разразился после их отказа выступать в Омске с плакатом на концертной площадке за президента и спецоперацию. Концерт был отменен за 15 минут до его начала. С вами был канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.